Всем привет! Сегодня 26 июня. Это третье видео о том, как мы очищали воду в нашем водоеме. С высоты второго этажа я вижу, что водоем чистый, прозрачный. В общем, результатом я довольна. Сейчас подойдем, посмотрим поближе. Все ступеньки видны, хорошо просматриваются. Веревочка видна. И виден мешок с торфом, лежащий на дне. Вторая веревочка полностью просматривается. И вижу мешочек с торфом, который на большей глубине находится. Виден шланг полностью. И отчетливо я вижу зеленый насос, расположенный на дне водоема. Вот я набрала водичку из водоема. Чистая прозрачная водичка, без всякого запаха. Первое видео с зеленой водой, с некрасивой, непрозрачной зеленой водой, как в болоте, я снимала 7 июня. Сегодня 26 июня. Можно смело сказать, что за эти 19 дней водоем очистился. А какие меры мы предпринимали для этого? Смотрите в моем первом видео. Всего вам самого наилучшего. Если мои видео кажутся вам полезными, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Буду рада друзьям, подписчикам. Всего вам самого наилучшего.